совсем. Увидев, что на Алиэкспресс продаются свечи, цифра на день рождения, сразу заказал несколько штук на ближайшие праздники. 2 и 1 цифры на день рождения в виде свечи пригодятся для сына. Ну а про другие цифры на день рождения я умолчу, это ведь сюрприз. Должно быть очень удобно, ведь в наших магазинах я видел только простые и тоненькие, и маленькие свечи для украшения торта. Впрочем, давайте открывать и смотреть, как они дошли, ведь свечи хрупкий товар, а уж цифры на день рождения в виде свечей и подавно. Давайте глянем. Продавец хорошо их упаковал. И, по-моему, они прекрасно дошли. Вот такие вот циферки для тортов. Надо заказать еще. Вещь прикольная, я вам скажу. О, какая красота. Вы знаете, закажу-ка я, наверное, еще. Четкая штука. Здесь вот они поджигаются, но поджигать, естественно, я сейчас не буду. Сделаны с плотного такого воска или не воска, я даже не знаю, парафина, не парафина. Давайте одну все-таки, наверное, откроем и поглядим хотя бы поближе. Ага, здесь такая подставка. Подставка. Втыкаете в торт. Да, это парафин. Ну, с задней стороны не очень цивильно сделаны, а спереди очень даже нич. Они разных цветов, каждая циферка своего цвета. Так что заказывайте. Днюхи у всех, особенно если это юбилей, да и день рождения ребенка. Вообще четко. 12, вот допустим, 18. 21, 12, 41, 14, 15. Вещь классная, дошли четко, продавец упаковал классно. Так что советую заказать. Ссылки, как всегда, под видео. На этом все, спасибо, пока-пока. Подписывайтесь на мои каналы. До новых встреч.